скажу замечательные слова Джейсона Стэтхэма. Как нахуй сесть? Не, подожди. Мясо есть, так два куска. Как нахуй сесть, пизда узка. Джейсон Стэтхэм. Цих. Надо нырять. Хуя в смысле, в натуре? А нырный, Игорёк, семерку за это потерял. И слухай. Ебать, семь. Так, ребят, ну, айфон 7 за потерял. Дело в другом. Главное, надо річку посять, щоб ніхто не бачив, хлопці. Гляньте, яка набережна, блядь. Це нахуй не Бердянс, не Баракуда, ніхуя. Блядь, на ремень всю, сука. Ну, да расскажи, короче, где мы находимся, зачем мы сюда приехали? Ну, что ты как? Давай, блядь. Ну, расскажи, хули ты нам рассказывал, что этим будешь сегодня снимать все будешь. Давай. Рассказывай, что? Ну, рассказывай. Видишь? А ты рассказывай, а ты бери камеру, я буду снимать. Нахуй пару рюмок, Да нет, пару рюмок не пойдет. Надо сначала записать, что мы вообще собрались, зачем мы тут собрались. Короче, ладно, ребят, расскажу я вам, потому что Славка не хочет рассказывать. А сегодня у нас день рождения у Кузи. Сегодня, короче, день рождения у парня у Кузи. Ладно, в общем, сегодня у нас день рождения у девушки Кузи. Правильно? 70-летие. Юбилей, блядь. В общем, да. И намечается такая очень интересное этот, событие. Тут у нас все по госстандартам, все очень привлекательно. Вот юбилейщица. Привет, помахай. Вот это. Долго я вам рассказывать не буду, я думаю, что вы сами все увидите, поэтому там поехали. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Ребята, вот у нас уже началось такой маленький нормальный разгарчик. Разгарчик тусовки. Но Славка еще не пьяный, он еще не может ничего рассказать, да? Ютубу привет! Ага! Что расскажешь? Кузу подаю. У девчонки день рождения, а мы трахи. День рождения, а мы трахи. Куча, блядь! Сейчас будет очень круто. Сейчас мы покажем кучу всего интересного. Это не надо, оно отсюда будет. Свидетели, все. Да. Короче, в руках держать можно, да? Да, ну походу да, ну ёбна кинешь. Логично, не правда ли? Короче, сейчас будет очень интересно. Давай. Руку разорвем. А ты нам это... Ёбаный! Блядь! Сейчас давай, красавица! Дым вдруг. Не, я должен сзади стоять. Там консервы взрываются, еще не. Фу, блядь. Смотрите, как четко, дым. Пикарды. Ну шо, вдихнув дымка. Куля рыжий стоїть, нахуй. Міхі ж за пазуху насипало, такий, блядь, баклажан. Ви знімаєте зараз? А що вона вже знімає? Розкажи, що це? Камеру береш і зразу мовчиш. Я скажу замітні слова Джейсона Стетхема. Як нахуй сесть? Не, подожди. Мясо есть, так два куска. Как нахуй сесть, пизда узка. Джейсон Стэтхэм. Цих. Ой, бля. Что происходит, Слава? Какой праздник на Новый год. Сейчас. Слав, что происходит? Новый год начался. Салюты, паблик, дымишь и шею опалило. Ютуб такого еще не было. Пацаны, фотки. Я подписчикам Сергея. Взрыв лайки, блядь, подписывайся. На превьюху его, понял? Серега, играл в Лилпамп. Клитерок? Лилпамп играл. Який клитерок, блядь? Сильно помочь, там. Секунду закрыл. Куди ты, блядь? Вы, конечно, не поймите, что мы там алкоголики и там, блядь, но просто это праздник, это именно четко, это прикольно, это интересно. Да, мы вообще колемся, нахуй. Вообще мы колемся. Вообще вот героиновый наркоман, блядь. Мы колемся, крокодил, ладно. Пацаны, давай. Героиновый наркоман с нами. Светлана Васильевна. Тебе не видно, блядь. Ти нахуй, блядь. Тебе не фоткають, блядь, що тебе не видно, нахуй. Ти там і не нужен, блядь. Тепер туда, блядь. Ну пойдем, ты выпиваешь, фоткай. Блядь, не надо. Попускай. Попускай.
отпускаем. Режиссер. Да, ну наш... Эй, навали! Вот что у нас происходит, блядь. У нас тут кальянчик, но кальянчик не просто кальян, а кальян профессиональный, блядь. Пока у нас индычка. Вот так, и такие у нас дела. Нормальный, блядь. Да все, ты его пустил. Не поедь я. Телефоном нырнул. Семерку забыл. Семерка, айфон. Да, всем блядь. Розыгрыш. На суре, нахуй ты отплыв. Нахуй ты отплыв. Теперь не помнишь, где он есть, блядь. А вот он нахуй. Надо нырять. Хуя за день. В смысле, на ту? А нырни, Игорек, семерку за потерял. И слухай. Ебать, семь. Блядь, ребят, ну айфон семь за потерял. Вот тут, там где ты стоишь. Там где ты стоишь, ныряй. Вот тут, ныряй. Да там ты что гонишь, там глубина. Так, маска, еще один айфон семь, чтобы фонарик включить на нем. Позвонить. Ебать, ты фу в натуре? Да. Ты что, ебнутый, че шо, блядь? Диктуй номер. Да там не будет этого. Да будет все. 076. Сейчас достану. Ну, дольше 6. Он профессионал поплыл, блядь. Он сейчас без звонка достанет, пацаны. 187. Ебать, что ты ёбнут. Ты там не достанешь, там глубина, ты шо гонишь? Ну, я достану, я достану. Я достану. Предопита конференция. 187. Ай, блядь. А ну, стой ты, я сейчас батя прыгну крестом. Ты звонишь? Вызови, где? Славик, поймаешь? Ты вы там на дни. Блядь. Абонент не абонент. Та ебаш, заебал. Уся, дай мне его. Абонент не абонент. Ни, пацаны, ныряйте. Давай я отнесу его на берег. Ныряйте, пошли, пошли. Ебать, фуф, ты ще ёбнутый, блядь. Абонент не абонент, давайте ще. Фуфа, прикинь, пацаны, короче. Похуй, блядь. Пацан взял, прыгнул с семёркой, блядь. Мы загадим. А мне хочу с телефоном дома нахуй. Че не, блядь, семёрка, странно, блядь, ёбаный выдр. Там тысячу кто найде. Оп, пошёл, Кузя, просто. Полагаю, там тысячу кто найде. Поехали, пацаны. Ты не звони, не прекращай. Фу, кидай цепочку туда нахуй. Гуляй так. Гуляй так гулять, блядь. А я сделал выпуск, ты же держал. Я только звонок. Короче, я придумал. По яйцам. Фуфа. Прыгай туда нахуй на дно сам, нехай тебя ж само шукаю. Итак, короче, для подписчиков Сергея. Мы все не геи. Слайк. Телефон проебал на семерку. Нашим подписчикам. Кто поставил нам 7 лайков? Поехали, телефон со мной, да без нас. Просто, ребят, вот тут, вот где-то здесь плавает семерка. Без шуток. Серьезно, упустил семерку и все. А ты прыгнул туда семеркой, типа, да? Поехали, прыгай. Ты ебнутый. Ты еще ни разу на таком дороге не... Просто семеркой прыгнул прям туда, блядь. Иди нахуй, да вы, блядь. Да, блин, сука, блядь. Короче, я ты дальше говорю, забыл хуй. Просто забыл хуй. И вообще, цепочку тоже, да. Кидай мне цепочку. Давай, кидай. Нет, уже все. Да нет, ты перестань хуйней заниматься, чуешь, блядь. А то сейчас нахуй тут эти водолазы будут плавать, блядь. Маску дай. Давай, ты там телефон шукай, ныряй. Лера, маска есть? Ты не знаешь, что произошло? Есть очки.
Конечно, блядь. Телефон добыли, Лер. Ребята, контент, ваш любимый блогер обнажился. Шок-контент 18+. Зацепочка заебись. Шок-контент 18+. Ваш любимый блогер, блядь. Прыгай в воду за бесплатно. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Серегу убили! Цепочку снимай, блядь! Блядь, щупай руками! Нашел мне? Фуфа, владелец айфона. Расстроился, бежу бухать. Опа! Покажи телефон. Денис, ты звонишь? Абонент, не абонент. Красавчик. Давайте, блядь, Семер. Денис, что ты боишься? Я стекло меню. Спасибо, я заебала. У кого жестерка? У кого вода непроницаемая? У тебе? А, там сломані вуха. Мистер сломана вуха. У кого вода непроницаемый телефон? Давайте мне. Я сейчас проебу его. 5000 даю тому, кто это сами бесит. 5-7 работа, блядь. Даю 10000. Если не робишь. Кто поднимет золотую цепочку? Одну? Пизда. Поехали, блядь. Поехали. Таймер 9 часов, понял, хуя. Скільки дай время, скільки показує, блядь. 5000 гривень, блядь. Пацаны, 10000. Кто сейчас разденется, блядь. Побежит. Ну, блядь, вызывание морскую пехоту. 10000 за морскую пехоту, блядь. Скажи, что караси украли, понял, заявление на пути. Вот что есть. Тебе пизда? Поехали, пацаны, 3-4, отдышались. Пошли, пошли. 5 гривен на дороге не валяется. Ну да, там 500 уже сейчас есть. Там казал 5. Не знаю, кто заказал, он обманул. Фуфа, фуфа! Фуфа, неси пацанам гроші. Фуфа, фуфа, неси пацанам гроші. Ло, робек, волонтер. Фуфа, сюда. Де победитель? Иди, топ-контент снимаем. Топ-контент. От истинный. Пошумите. Пошумите. Фуфа. Друг ебать. Фуфа, блядь, неси гроші. Пацан нырнув, не було 3 минути, блядь. Фуфа, блядь. Костылю дайте гроші, він уже пизда. Фуфа, мені 500 гривень, я йому кончив на лоб. Стой, щас тут. Щас все буде. Іди, заходь сюди, в дом. В дом заходь. Заходь в хату, сідай. Хлопці, забудьте за нього. Це як на такому розстоянні, не розумієш, взагалі, в пространстві. На ровному місці. Пацан, куш, купи сьогодні, пацани. В пространстві? В космосі чи що, блядь? Давай 40 гривень, домой. Пацаны, все нахуй по-честному. Контент все по-честному. Ищи, пацаны. Пацаны, сказал, Фуфа сказал нахуй. Фуфа зарабив діло. Вот тоже учиться. Подписчики нахуй. Считаем. 800. Ну там две купюры. Считай. Чтоб надо было выйти на видео. Такой ты его в речку. Спасибо, Краслава. А ну, пошумить, пошумить! Пошумить! И за вот тебя, и сюда. А ты там по ней газон, мало телефон найдешь. Ой, за наврик. Пацан вообще красава. Респект. Лоб! А что это для чего, блядь? Для грошей? Просто в річці понял, живе. Сейчас закинем під воду, будешь шукать. Теперь клад надо найти, 1000 гривень. Ты чуешь? Где Серега? А где Серега? Я придумал новую рубрику ему на канал. Что ты, что вы робите? Я не пизди дамо, блядь. Я не знаю, я не знаю. Ты замотай. Я не знаю, как мотать. Пацаны, короче, новая рубрика на канале. Сейчас вот это берем, закидываем нахуй в речку. Закидываю я, а он не рядом стоит. Не лопай. Красава. Спасибо. На руку подвою. Нахуй гроші забрали. Красавчики, пацаны. Давай, давай.
Пацаны, показал их надо. Уровень, топ-контент. Топ-контент. Пошел. Подписку, лайки и колокольчики. Не забываем. Ну нахер. Ребята, короче, на часах 18:44, блядь. Сережка камеры там свои заряжай, разряжай нахуй. Зарядку им руба. Мне сердце не нравится, блядь. Короче, суть в чем? Сегодня суббота. На данный момент 8.18.2018. То бишь, нахуй, день рождения, блядь, у Леры Прони. Леру Прони, нахуй, люблю я от души, нахуй. Потому что все, блядь, жінка мого кума. То бишь, она мне тоже кума будет, колись в середу, блядь. Наверное, через полтора или, ну, не, 2.5 года они уже поженятся, потому что у них ребенок будет. Потому что, блядь, ну, по-другому нияк, нахуй. Если люди, блядь, встречаются, им колись надо ебаться, если они колись ебутся, то они колись дадут, ну, здоров, блядь. Короче, все йде по логике, блядь, не туди я пиздую, я кудись пиздую, блядь. Ладно, суть в чем, блядь. Дело в другом. Главное, надо річку пасять, чтобы никто не бачив, хлопці. Гляньте, яка набережна, блядь. Це нахуй не Бердянс, не Баракуда, ніхуя. Блядь, на ремень всю, сука. Блять, обратно на ноги всю. Блять, заеб... Блять, твою мать нахуй. И ты в речку купать ноги. Твою мать, блять. Ребят, тут у нас, короче, настал такой момент, когда уже пора взрывать это. Пора взрывать костер. Шучу, пора взрывать костер этот. Салют. Слава, расскажи, что будет. Поехали. Сейчас будет охуенный салют, ибо для Валерии и ее днем рождения поздравляем. Да, давай. 19 000 выстрелов, блядь. Отмотай песню на 70 минут, блядь. Это Рубен Стайл. Это Рубен Стайл, блядь. Пацаны, тут будет сейчас салют. Тут сейчас будет салют, блядь. А что ты говорил, сигареты нету, пиздюк, блядь. Все, ебать, Слав, все. Ты дурак, блядь. Я тебя нахуй включал и таксиста попросил. Дай, потянусь. Ты пачку разошь? Блядь, это запасной, блядь. Стой, вот туда не перестань ленту, вот она. Все запасные, блядь. Ты что, ебать, дурак. Удалить, блядь, ленту. Жека, ты что, ебнутый? Да написано. Жека! Скажи. Дай покурить. Там фитиль должен быть. А тут не фитиль, тут написано удалить, перестань ленту. Удаляй. Так удаляю нахуй. Так ты уже с двух сторон удалил. Ну да и там, понял? Там два фитиля? Тут написано удалить, перестань ленту нахуй. Да вот фитиль. Ось доставить. Фитиль иде, ось вот. Он иде. Тут вот. Серый. Надо удалить серый, эту ленту нахуй, пацаны, серый, удаляйте. Серый, откуда ей. Сигарета? Удаляйте ее нахуй, пацаны. Слава Козы. Вообще эту хуйню надо удалить верхнюю. Верхнюю всю хуйню надо сорвать. Да нет, ребят. Две стороны поджигай и поебай. Да нет, одну. Нет, две, два, тут, два. Тут, стороны, нет, это запасной, это запасной. Запас. Тихо. Это запасной, одну нужно. Посвети вниз, что там. Запас ви, ну да. Пежды. Все, текай. За пежды, блядь. Ребята, салют, все тут, алло. Ребята, да сейчас. Все тут. Сюда. Ёбашки!
Андрей!